Окей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал. Маугли здесь. Это Suicide Guy, наш самоубийственный мужик, который пытается просто проснуться и вернуться в реальность. В хреновую такую реальность, в которой он живет. Наш следующий уровень, 4-й, яичный, судя по всему, и мы отправляемся в него. Напомню, что задача нашего мужика — это просто проснуться, а для этого ему нужно сделать... Это Тамагочи, год 2000-й. В 2000 году мы... Уже перестали играть в Тамагочи. Ноль лет нашему яйцу. У нас есть что? У нас есть вот какая-то такая фигня. Time Machine Chamber. Это у нас какая-то машина времени. Это что? Капсула, в которую я могу залезть? Куда я улетел? Яйцо уже лопнуло. 2350. Это ты у меня Тамагочи вы... Тамагочи, это ты вылупился у меня? Что здесь нафиг происходит? Какашечки. Так, какашечки надо убрать. Какашечки надо убрать. Ох, фу, какие какашечки. Все, за собой ходить теперь убирается Тамагочи. Тамагочик. Сейчас, подожди, я тебе метлой-то поганый. Это у нас такой город будущего. Типа Япония, наверное, да? Бросай. А что нам здесь нужно? Вот игровая площадка. У нее здесь какая-то есть. О, сколько там дерьма. Ну ты нагадил мне, конечно. А это что такое? Это тузик. Нужно еще и мыть швабру. Вообще вот эти швабры, они отстойные. Прям вообще супер отстойные. Они как бы... Они ничего не моют. Они просто размазывают грязь. Лучше тряпки. И рук ничего нет. Ладно, какашечки уберем за тобой. Че там, огочек? Давай дальше. Че это такое? Зачем эта штука мне дерьма какого-то навалилась? Я тут от этого-то и не знаю, куда избавиться. Она мне еще там производит. Я не понял, что нам здесь делать надо. У нас есть тамагочи, смотри, вот у него еда, дерьмо. 350 лет ему уже. А это что такое? Не понимаю, что это означает. Ладно, мы, по идее, можем вернуться назад, наверное. А вот машина времени. Вернуться обратно в 2000-й. Нам надо вырастить этого тамагочика, чтобы он стал динозавром и нас уничтожил? Или что? Возвращаемся. Здесь у нас... Это унитаз какой-то непонятный. Такс. Может быть... А, вот здесь можно было тоже мыть. Может быть, его надо было покормить? Смотри, ну-ка. Может быть, это еда какая-то ему? Как кашки какие-то желтые. Ешь давай! Еще хочешь? Давай еще. Только кучек мне не надо оставлять никаких. Давай, ешь, расти, дружок. Ой. Отстань от меня. Бросай. Бросай ты эту штуку. Такс. Но он что-то вообще не растет. Может быть, мне еще надо вперед переместиться? Ладно, пойдем. Уложить спать я его не могу. Поиграть я с ним тоже ничего не могу. Пойдем попробуем еще в капсулу ляжем. Пойдем еще в капсулу залезем. Две тысячи! Уже смотри, все разрушилось! Апокалипсис случился! 2750. Умер Тамагочи! Бедняжка. Умер. Может быть, мне надо было его в какой-то анабиоз поместить? Ну да, обратно в 2000 это для того, чтобы мне вернуться все сначала делать. Ну, ё-моё, это, конечно... Серьезная вещь. Будь первым человеком, который путешествует во времени в своих мечтах. Мне дали достижение. Ну вот, он наш 2000-й. Ясно. Ладно, ладно. Но здесь же ничего нету. Здесь ничего нету. А как мне его... Может быть, мне нужно ему полностью сначала все характеристики?
до максимума довести. Потом только можно ложиться. Стой. Ну, погнали. Рано я убежал. Рано бросил моего питомца маленького. Вырос футуристический город у нас. И вот он, тамагочи, все засрал опять. Давай, давай. Убирай зеленые какашки. Буль-буль-буль-буль. Нету больше, все. Тамагочик, ты где? Наш главный герой, вот он как будто специально создан для такой работы. Посмотрите, какой он учуханный весь. Кучка, иди сюда. Ладно, все это он наделал, пока жил 350 лет. Давайте теперь его кормить. Наверное, надо его максимально накормить и максимально еще и поиграть с ним. И тогда будет нормально. Можно будет его бросить и еще в спячку погрузиться. Он должен вырасти в какого-то страшного гигантского монстра, видимо, чтобы нас уничтожить. Жри, жри, давай! Он со скуки умер. Мячик хочешь поиграть? Сейчас поиграем. Держи еще. Давай еще им третью контрольную тарелку. Даже страшно представить, что это за желтые пирожные и картошка. Пирожная лимошка. Ну что, смотрим. Значит, еда у него на максимуме. Что это? Почему это никак не реагирует? Ну, а с ним идти играть теперь во что-то. Как с ним играть? Как с тобой играть, детеныш? А, вот, смотри, ну-ка. Сейчас посмотрим, прибавилось ли у него в шкале, когда он мячик отбил. О, все, он теперь вообще фуловый. Ну, теперь-то я могу ложиться спать. Все? Может быть, спать его надо уложить? А могу я взять вообще его? Я его взять в руки не могу. Иди спать, ложись быстро. И не просыпайся, пока я от анабиоза не отойду. Ну что, он фуловый, ложимся спать. Ну у него все опять уничтожилось на ноль. Ой, какой он большой! Привет, Дудик! Так, опять дерьмо за тобой убирать. Ладно, сейчас мы тебя покормим, чтобы ты не сдох. Ничего, он здесь... Конечно. Все загадил. Иди сюда. Еда. Скажет. Прошло уже 750 лет, а я сожру одно и то же. Иди сюда, кущи, кущи. Ням-ням-ням. Да, он точно превратится в динозавра. Но механику, я так понял, мы разгадали с вами. Что нужно просто ему все характеристики на максимум выкручивать и после этого ложиться спать. Потому что он что-то особо-то не стремится быстро расти. Он какой-то заторможенный в этом плане. Сколько сотен лет ему нужно, чтобы хоть немножечко вымахать. Ну-ка. Посмотрим. На максимуме, не на максимуме. Все, еда у него на максимуме. Теперь какашки надо убирать. Ах, моя вечная деятельность. Убирание какашек зеленых. Интересно, что будет дальше с городом? Как он преобразится. Еще за несколько сотен лет. Жалко, нет второго перса. Можно было бы так измазать ее в какашках, потом ходить без за кем-нибудь бегать с грязной метлой. Чтобы ему страшно было. Ну-ка. Ни одна какашка не должна от меня спрятаться. Ну-ка, все, максималка, пошли с ним играть. Ну теперь ты вырос, игры с тобой должны быть посерьезней. Давай поиграем в кубик, я даже его взять не могу. Или все равно в мяч с тобой надо играть. Воу, он такой уже. Он уже такой, видишь, активный стал. Нападает на меня с мячом, главное, чтобы он меня не съел. Хотя нет, пусть съедает, мне же надо как раз побыстрее очухаться. Ту, долго с тобой играть-то придется. Может, на качельках? Давай на качельку. Иди сюда. Балбес. Иди сюда, на качель садись. Качайся. Качайся на качельке.
На карусель иди. Крутись. Нормально крутится. Я надеюсь, тебе весело. Пойдем проверим. Все, выросло. Залазим обратно. Все, давай, ты тут это, без нас не скучай. Все, опять уничтожилось. И в средневековье опять возникло. Рыцари. Ой, утенок зеленый. Привет, зеленый утенок. Я думал, он в динозавра превратится. Он в какую-то утку. Как утка будет нас убивать? Или он, я думал, может, какого-нибудь кровожадного тигра превратится. И тогда будет прям нас хавать тут. Может быть, он чужим станет? Так, три раза его надо покормить. Давай за мной иди. Чем старше он становится, тем более независимым. Поэтому надо за ним теперь бегать. Так его просто уже не приманишь пальчиком. Уточка, иди покушай. А наша башня все-таки стоит. Ей как-то ничего не случается. Цивилизации рушатся. Человечество стирается с лица земли. Катаклизмы происходят. А наша башня стоит нетронутая. Иди сюда. Что один волосок у тебя только вырос. Какой-то ты у меня лысенький. Ой, все в какашках. Ладно, пошли убирать теперь. Так, ладно. Это куча, это куча. Ну, хоть в одном месте где-нибудь гадил бы. Было бы хорошо. Ну, туалет же есть, унитаз. Че, он не, вот не может прямо просто подойти и в него сходить. Ладно, такая моя забота. Печься о благе зеленого утенка-мутанта. Совсем даже не кровожадного. Я же жду, когда он хищником вырастет. Он все как-то не хочет меня съедать. Ладно, так, иди сюда. Пойдем играть в мяч. Сейчас туалет проверим, как у нас там. Туалет, все, на высоте. Тебе нравится мяч? Мы просто должны бегать, по-моему, с мячом. Да, смотри, он автоматически все растет. Я в нем брошу его. Автоматом, короче, растет, когда мяч возле него. Или не растет? Наверное, все-таки ему нужны какие-то разные виды веселья. Что это за звук был? Иди сюда, в песочницу. В песочницу иди. В песочницу! Это правда, что когда он так вот делает, то значит он играет. Тебе весело? Крутись давай. В прошлый раз это очень сильно тебя развлекло. Много сотен лет назад. Ладно, пойдем проверим. Еще не полный. Ну ладно, пойдем еще в что-нибудь поиграем. Давай в качельку. Давай в качельку. Пойдем сюда, на качельке покачаемся. Давай, давай, иди сюда. Утка! Самый настоящий псайдак. Только зелененький. Все, фуловый. Ну, бывай. Средневековье ушло в небытие. Опять футуристическая цивилизация выросла. 3700. Какой-то вообще непонятный. Утка. Это как, знаешь, там что у нас написано? Ничего себе цивилизация-ка. Вот это утка! Ей уже явно не хватает здесь места. Ну что, мы продолжаем за ней убираться? Ей даже неизвестно, сколько уже лет она бессмертная. В тамагочике уже столько времени даже не заполняется. Он все уничтожил, я его даже теперь покормить не могу. Ну все, съешь меня, дружок. Съешь меня.
Где тарелка твоя? Я сейчас сяду прям в тарелку, чтобы ты прям меня съел там. С этой тарелки. А что нужно сделать? А, смотри, прям эта штука уже разрушилась. Все, это как бы последний. Уже последний уровень. А вот, смотри, еда. Скущи! Кущи! Кущи, дорогой! Это я, твой отец! Все, не работает. Может быть, его надо метлой? Пощекотать им пузика? Или мячик ему бросить? Какашки я даже уже убирать не хочу. Все разрушил. Давай поиграем. О! Да, кушать он не хотел, а вот за мячиком он прыгнул. Прекрасно. Мы прошли с вами четвертый уровень. Четвертый. И у нас остался последний, по-моему. Я даже статую взял. Последний называется пляж. Отправляемся туда. Так, глядишь, и закончим с вами. Сегодня мы это DLC Suicide Guy. Пиво! Это не пиво, это квас. А, что-то очень много знакомых каких-то вот вещей здесь, я смотрю, есть. И дракоша у нас здесь лежит, и тарелка с инопланетянами, в которую я забраться не могу. Ну, дракон-то мертвый. Мне просто надо до пива добраться. Дракоша! Странное, желтое какое-то море. Море пива, может быть? Если было море пива, я б дельфином стал красивым. Если было море водки, стал бы я подводной лодкой. Была песня в моем детстве такая. По телевизору крутили. А потом вы еще спрашиваете, почему мы такие выросли. Ну, батут точно брать надо. Точно его надо брать и куда-то его тащить нужно. О, это что такое? Не понял. Это точно пивас течет. Но нам надо сходить здесь все посмотреть. Иначе мы можем что-то пропустить, и мы не сможем ничего потом использовать. Так, вот кокос есть. Кокос, как будто мы можем что-то с ним делать. Ох. Так, а как мне бросить? Мы получили достижение. Заставь это пиво упасть. Может, в обезьяну надо бросить? Обезьяна, в кокосом хочешь? Среагировала. Молодец. Здесь у нас уже ничего нету. Кроме музыки, доносящейся из огромного радио. А вот кнопка какая-то. Написано «Иди туда». А-а-а! Я должен успеть? Время тикает? Что-то тикает, кстати. Какое-то время тикает. О, отлично. И что? Зачем мне эта пробка? Для пива? А, мне нужно, наверное... Мне, наверное, нужно заткнуть пивас пробкой. Чтоб не разливался. Тоже мертвые. Они все утонули в пиве. Вот, ребята, вот знаете, что происходит, когда начинаешь употреблять много пива. Да и вообще пиво начинаешь употреблять, а потом алкоголизм пивной развивается. Вот так вот все и тонут просто уже. Лежат мертвые в луже желтой какой-то жидкости. Редко когда бывает эта лужа пива. Обычно что-то другое. Ну, в общем, вы поняли, что я хотел сказать. Вон у нас Моби Дик. Здесь, короче говоря, монстры из всех DLC, из всех частей собрались. Ну, батут точно нам нужен. Попробуем подняться сюда куда-нибудь. Самое сложное в Suicide Guy это понять,
как это здесь что использовать. Потому что каждый уровень, он начинается, и ты просто ломаешь голову и не догоняешь. Что же делать мне здесь нужно? Ладно, у нас есть свечки, у нас есть еще какая-то кнопка. На кнопке надо нажимать. Что случилось? Куда это нас должно привести? Берем. Время тикает. Так, ладно, пробку бросаем. А я же могу, по идее, попробовать подняться быстренько в то место, где горы только начинают расти, или я не успею. Короче, по-любому, вот здесь мы точно можем подняться, успеть. Чтоб нам не перепрыгивать никуда. Ой, я переборщил. Запоминаем, вот на эту гору точно мы можем залезть. Сейчас все получится, смотри. Я бегу, 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 бегу. Есть. Отлично. Мы немножко сэкономили время. Прыгай, прыгай, прыгай. А что ты не прыгаешь? Эй, я не могу допрыгнуть здесь. А что мне делать? А-а-а! Как мне прыгнуть наверх? Я не понимаю. Там вообще высокие какие-то прыжки. Так, ладно, я явно чего-то еще здесь не собрал. У нас есть корова, которая пьет пиво. Корова, перестань. Не пей. Что мне еще здесь? Мне нужны какие-то антигравитационные сапоги, которые позволят мне очень высоко прыгать. Пока что я таких здесь не вижу. А что, если пробкой нам нужно заткнуть одну их вот этих голов, которые пытаются пить пиво? Давайте попробуем. Пробка для чего-то здесь. А вон еще чаша какая-то есть. Золотая чаша, золотая. Сюда нужно принести кокос. Положи кокос, и что-то случится. Давай попробуем. И что случилось? Не понимаю. Ладно, попробуем заткнуть. Да! Пиво увеличивается в размерах. Ладно, а при чем тут кокос? Ладно, пойдем найдем еще один кокос. А у нас еще вот есть, смотри. Еще одна пробка есть. Так, ладно, пойдем просто по ручейку, и мы найдем голову. Если, конечно, она не впадает в пивной океан. А нет, нет, не впадает. Голов здесь много, я заметил. Бум! Так, ух! Ух, хорошо! Уровень пива еще вырос. Найдем еще кокос. По-моему, я где-то видел, здесь еще кокосик валялся. Значит, нам нужны пробки. Где же их теперь искать? Я нашел только две. Положим еще кокосик. Посмотрим, повлияет ли это на что-то. Не повлияло. Я не знаю, зачем я его сюда положил. Смотри, что у нас есть. Мы можем прыгать. Ну, с этой штукой да я очень легко преодолею все перипетии бытия. Это будет на изи. Давай, давай. А я-то думаю, как там прыгать? А вот так вот и прыгать. Может быть, там и есть как раз пробки где-то. Где-то вдалеке, где-то в конце. Будут пробочки. Горы не уменьшаются. Там еще один кокос. Что это за кокосы? Какие-то чаши с кокосами. Что мне она дает, эта чаша?
Что мне нужно делать? Как мне убрать? Я не понимаю, ну-ка. Что-то происходит, когда я кладу этот кокос сюда, что-то происходит. Но вот пробок больше-то не появляется. Ох, смотрите, кто у нас здесь сидит. Это же макака с красной какой. Эй, куда ты делась? Ну-ка быстро тащи сюда. У нее пробка была на спине. Ох ты ж. Стоп. Дай мне кокос. Сейчас я в нее запульну кокосом. Ладно, ясно. Короче говоря, нам все-таки нужно искать здесь. Эти самые пробки, они появляются в самых неожиданных местах. Вон она сидит, чертовка. Не знаю, удастся мне ее сбить или нет. Она убегает, когда я начинаю к ней подходить. Еще надо как-то в нее запульнуть. Сейчас я выясню, на каком расстоянии она все-таки сваливает. Вот так. Так. На тебе! Получила по мордасам. И вот у нас головушка здесь. Пивная головушка, заткни пасть. Ууу, осталась последняя, по-моему. Осталась последняя головеночка. Ну, пойдем. Как-то вот больше здесь все-таки пробки, они оказываются неподалеку от голов. Поэтому, если мы найдем голову, то мы найдем, скорее всего, и пробку. Какое интересное место я здесь нашел. Это же крест. Здесь должен быть какой-то клад. Наверное, здесь есть пробка. А как нам это дело все откопать? Ну, руками ты точно делать это не будешь. Лопата! Здесь все рядышком. Все прямо под рукой. Копать, давай. Оба-на! Оба, пробочка вылетела. Прекрасно. Хватаем пробку. Пробку возьми. И у нас остался один последний пивной ручей. По-моему, где-то в этой области. Заткнем его, и что-то случится. Может быть, пиво выбьет пробку, и пробка полетит на нас, убьет нас, и мы проснемся. А может быть, все будет совсем по-другому. Эта игра крайне непредсказуема. Где же это самый последний ручеек-то наш? Вон она, головушка ненасытная. Головушка алкоголика. Все, пай, завали. Так, пиво уже. Ай, все, фонтан. Дракон каким-то чудом. Они все какие-то алкоголики. Дракоша, что ты делаешь? Дракон, оставь пиво в покое. Он присосался к пивасу. Так, и что нам теперь делать нужно? Нам нужно на него запрыгнуть. Нам, скорее всего, нужно в него бросить кокосом. Мне кажется, так. О, пивной дождь! Эпик такой играет. Стой, у нас там кокос лежал? Кокос у нас здесь лежит, прекрасно. То есть мы должны просто подняться наверх теперь и забраться к нему. Но нам нужно вернуть наш кузнечик. Наш пога. А по-моему, они спавнятся здесь. Блин, что эта игра пропагандирует? Что все пьют пиво, все любят пиво. Погнали. Я попал на кнопку? Давай. О, да. Ладно. Дубль два. Может быть, не будем торопиться, потому что проще, так проще сделать. Вот здесь. Да, где-то здесь. Попрыгали вперед. Наверх к дракончику, который пиво бьет. Отлично. Еще немножко. Жердяюшка. Ты уж поднапрягись. Ты уж попробуй. Тебе нужно освободиться от этой рабской зависимости от пива. Эпическая музыка звучит. Мы прям сражаемся с этим зеленым змеем. Красным змеем алкоголизма. Бросай. Эй!
На тебе! Чё за фигня? Чё за фигня? Мы его кокосом убили. Ну и всё там закрутилось, завертелось, всё уничтожилось. Ох, что за наркоманские уровни. И вот он наш пивас. Наш пивасик, 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 который нам на самом-то деле не нужен. Всё. Нам нужны только тяжёлые машины, которые приведут нас в чувство. Очнись! Выброси, выброси, выброси! Это тебя погубит! Да! Об стену! Чё? Фу, ты меня разочаровываешь. Нет, не пей! Тупой, толстый, бородатый лох. Так ничего и не понял. Жизнь твоя, дерьмо. Гейм Фабио, игра Фабио Фарары. Все? Ага. Ага. Друзья мои, мы закончили проходить это DLC, хотя оно вышло уже давным-давно, но я что-то все никак до него добраться не мог. Частями вот так вот мы его прошли. И не знаю, будут ли еще у нас новые уровни. Я думаю, что будут, потому что игра как бы есть, движок готов. И почему бы разработчикам просто не брать и не выбирать, не делать новые уровни. Экстра уровней у нас нет пока что новых никаких, а эти уровни мы все прошли. Вот такие вот дела. Ну что ж, если серия вам понравилась, поставьте лайк, подпишите в комментарий какой-нибудь, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал. На игровой, на живой, ссылки на все это есть в описании. С вами был Маугли, это была игрушка Suicide Guy и дополнение Sleeping Deeply. Избавляйтесь от алкогольной зависимости. Не пейте алкоголь, есть куда более вкусные напитки, не содержащие спирт. Заведите здоровый образ жизни, будьте здоровыми, красивыми, счастливыми. И приходите на канал. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте и покедова. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты... Подпишись.